Арно, расскажите, пожалуйста, о чем тренинг «Смазка машинных механизмов»? Говорим про надежность, которую возможно обеспечить прецизионным смазыванием. На сегодняшний день, конечно, не все люди, не все специалисты, которые работают на производствах, понимают важность смазочных материалов в работе оборудования. И вот мы стараемся своими силами как бы помочь предприятиям конкретно понять именно эту тематику, чтобы они смогли повысить и быть в конкуренции. Мы говорим, да, о прецизионном смазывании, которое состоит из простых вещей на самом деле. Да? Что такое правильное смазывание? Это как бы короткие слова, да, за ней кроется очень много нужной информации. Правильное смазывание – это чтобы смазочный материал попадал в правильное место, чтобы был выбран правильный смазочный материал, который подходит к требованиям оборудования и условиям эксплуатации оборудования. Так что это всегда надо все вместе свести. Правильное количество очень важное, особенно при смазывание подшипника, потому что это очень много влияет на надежность подшипника. Во всем мире это большая проблема, смазывание подшипников. Правильное время, правильный интервал смазывания. Потому что интервал может быть, если мы берем по интервал по информации эксплуатационных условий, да, он может быть или короткий, или слишком длинный. Это мы должны обязательно сами определить, особенно для оборудования, которое является критичным. Смазочный материал должен быть тоже сухим. Сухим не как вино, а сухим не должен содержать влагу, потому что ускоряет процесс окисления. То же самое не содержать частиц, поставляемые смазочные материалы. В большинстве случаев не подходит для использования в гидравлических или турбинных системах. Надо всегда знать, что мы заливаем, как мы заливаем, обеспечить чистоту. После мы можем проводить мониторинг и смотреть, в каком состоянии смазочный материал находится в оборудовании. Содержать его, опять же, прохладным, не как напиток, а при нормальных рабочих условиях. Потому что при каждой 10-градусное повышение температуры смазочного материала, смазочный материал теряет половину своего срока службы. Это очень важные моменты. Еще важные моменты – инструменты, чем мы заливаем, чем мы фильтруем, какие фильтры мы устанавливаем на машины. Это все очень важно. Также важны правильные люди. Мы должны людям передать опыт, который имеет Нория, который я сам имею с 96 года, работаю в области смазочных материалов. И помочь предприятиям разобраться в этой как бы, сложной системе смазочной. Мы сможем передать вот всю важность этого, что я сейчас рассказал. Я думаю, что есть возможность повысить надежность работы. Оборудование будет более эффективным, продукцию более качественно выпускать, меньше урон производить на окружающую среду, меньше происшествий на предприятиях происходить, несчастных случаев, например. Это все между собой связано. Скажите, пожалуйста, а вот каким конкретно специалистам, должность, как их называется, которым бы рекомендовали пройти вот ваш курс? В принципе, мы рекомендуем этот курс проходить, начиная от технических специалистов. У нас бывает опыт проводить тренинги специалистам высокой должности, главные механики, главные инженеры тоже. И особо важные, конечно, для специалистов по надежности, которых сегодня больше и больше на предприятиях. И обязательно люди, которые трогают ежедневно оборудование, обращаются с ним, работают с ним, чтобы они знали, что они делают. Что обязательно надо передавать знания, проходить тренинги.
всем специалистам, кто с этим связан. Вот вы проводите семинары в России не так давно, да, с 2013 года. Вот наблюдается какое-то улучшение ситуации, какой-то прогресс, что люди действительно уже хотят получить знания? Ну, с каждым годом, да, появляется как бы больше интереса, предприятия начинают понимать важность, особенно понимают предприятия, которые имеют капитал заграничный, да, наверное, можно так сказать, или руководителей, которые приехали из других стран. И они как бы знают, что эти моменты очень важны и стараются как бы продвигать это направление. И видно, что интерес как бы ежегодно растет, конечно, не так быстро, как бы мы хотели, а на самом деле растет. На предприятиях появляются такие специалисты, как специалисты по надежности. Это уже знак того, что мышление растет. Спасибо большое за интервью, очень было полезно услышать. Удачи вам, желаем от компании «Простоев нет». Мы поддерживаем все ваши начинания, мы тоже за надежность, за ее поддержание. Спасибо вам, и надеюсь, что будет приятно совместно с вами работать и тянуть эту пряжку как бы усиленными двойными силами, да? Да. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.